Всем привет, дорогие друзья! Смотрите, что у меня сегодня на обзоре. Если давно смотрите мой канал, наверняка заметили, что я люблю бренд Easy Walker, потому что вот просто он мне нравится. Нравится, потому что собрано хорошо. Нравится мне их дизайн. Мне нравится, как они едут, как они ощущаются. Поэтому вот сегодня я вам буду рассказывать, как человек, который катал двоих своих детей в легкой прогулочной коляске, тоже Easy Walker. Вот. И знаю очень давно этот бренд, поэтому с большим таким уважением к нему отношусь. Кстати, одни из самых надежных колясок. Не думайте, что мне кто-то что-то заплатил, занес. Я вам говорю, как есть, из своей жизни. Ну, мне вот нравится. Вот. И сегодня я хочу вам рассказать про про модель Harvey 3. Расцветка сегодня у нас с вами Emerald Green Premium. Чтобы вы могли понимать, на сайте по ссылке внизу после обзора пройдите, посмотрите, что это за цвет. Он оливковый вообще как бы в целом называется. Рассмотрим комплектацию 2 в 1. И перед началом обзора краткие характеристики. Easy Walker, кто не знал, Нидерланды, напомню. 2 года гарантию дает производитель. И смотрите, колясочка полноразмерная, полноценная. И весит она с люлькой всего лишь 11,9 килограмм. Это действительно не тяжело. С прогулочным блоком, его чуть позже, естественно, посмотрим, 12,1. 12 килограмм, 100 грамм. Вот 120-165 раскладывается прогулка, увидим это. Вообще она с рождения до 4-5 лет, выдерживает ребенка 22 килограмма. Колесная база здесь 60 сантиметров, поэтому, друзья, в любой лифт везде проедем, все окей. И размер люльки 77, она достаточно длинная, на 31. Ну, я вам чуть позже ее внутренность покажу. Вот, собственно, технические характеристики. В комплектацию входит, что у нас, дождевик, люлька, ну да, только дождевик. Так, смотрите, сверху вниз начнем изучать, начнем, естественно, с люльки. У нас здесь в козырьке есть удобная ручка, обитая кожей, чтобы можно было ее транспортировать. Сейчас покажу. Я уже, как видите, открыл дополнительную секцию вот с таким смотровым окошечком. Эта секция, естественно, можно это все дело закрыть и не пользоваться ей. Вот. Также у нас здесь, вы видите, дополнительный козырек, который можно завернуть внутрь, если он вам не нужен. И вот та самая ручка для транспортировки. И что мне понравилось, под ручкой не сквозное отверстие, здесь закрыто. Поэтому в эту щель вода, дождь, непогода не будет никак касаться ребенка. Вот тоже подумали над этим. Смотрите, регулируется она у нас с помощью нажатия обязательно 2 кнопок. Если мы 1 нажимаем, не срабатывает. Нажимаем 2, козырек опускается. Накидка на ножки здесь у нас прикрепляется с помощью магнитика вот с этой стороны, а снизу липучкой. Вот таким образом это все выглядит. Вот такая вот достаточно теплая, с бортиком дополнительным, чтобы меньше задувало ребенку. Вот такая накидочка. Так, что касается внутренности, давайте заглянем внутрь, и вы посмотрите то, о чем я говорил. Вот такая вот она внутри. Как по мне, все классически понятно. И что очень здорово, здесь классный толстый матрасик, и он весь сделан в отверстиях и в сеточку. Хорошо циркулирует воздух. И также мы видим здесь деревянное жесткое дно и возможность немножечко подсадить ребенка, если вдруг это вам понадобится. Далеко не всем это нужно, друзья, но кому-то нужно. Вот для тех, кому-то это все есть. Смотрите, из прикольных опций, что бы я еще подметил, если летний ребеночек, то будет очень актуально. А уже, как говорится, весна, все здорово. И можно непосредственно открыть вот эту часть и на животике положить ребеночка. Он будет ехать, проветриться и еще видеть, что происходит снаружи. Как по мне, прикольная опция. Смотрите, снимается люлечка. Вот как раз та ручка с помощью вот этой вот рычажочка. Все. И что мне нравится, 5 ножек имеется на люльке. Поэтому ставим смело куда угодно, ничего с ней не произойдет. Так, и берем прогулочный блок. Кстати, совсем забыл сказать, друзья.
пока не забыл, покажу сразу же. Отдельно продаются адаптеры высоты. Очень прикольная опция. Вы заметили, что люлька, соответственно, и прогулочный блок, он невысоко от земли расположен. И вы можете с помощью адаптеров высоты приподнять это все дело. Так, секундочку. Вроде не ошибся. Да, правый, левый, все правильно. Вот. И сейчас покажу быстренько, чтобы к этому не возвращаться. Вот видите, насколько люлька стала выше. Но единственное, имейте в виду, эта опция отдельно продается. Адаптеры высоты, так называемые. Вот, поэтому я рекомендую их, в принципе, прикупить, если вам это необходимо. Так, теперь возвращаемся к прогулочному блоку. Ну, естественно, и прогулочный блок можно на адаптеры высоты ставить. Напоминаю, прогулочный блок здесь реверсивный. И по ходу, и против хода можно ставить. Вот, начинаем опять же сверху вниз. Мы видим, что здесь секцию я дополнительную открыл. Она у нас со смотровым окошечком, с москитной сеточкой. Также есть еще одна такая же опция, только уже закрывающаяся. А, кстати, что касается ткани, друзья, ткань достаточно плотная, вода, скажем так, непроницаемая достаточно долго, не с пропиткой, воду держит долго, но под проливным дождем, естественно, нужно использовать дождевик, но не продуваемая 100%. Тактильно приятная, и такие ткани очень долго служат и не теряют товарный вид, поэтому с этим окей. Смотрите, что касается сидушечки, здесь у нас гамаком используется, вся конструкция сделана гамаком, ребенок не лежит полностью горизонтально, а вот здесь в ножках небольшой перегиб. Это нормально, это не проблема, в России у нас не так уж это сильно любят многие, но, как говорят врачи, кровообращение, ножки меньше затекают, в общем, полезная для здоровья опция. Как по мне, все окей. Так, смотрите, сидушечка здесь достаточно высокая, пятиточные мягкие ремни, накладки на паховой, плечевой, и вот здесь на поясной зоне сбоку есть тоже накладочки. Бампер у нас как калиточка откидывается в сторонку. У Easy Walker, кстати, вот ссылку внизу я оставлю на саму компанию. Там и эту коляску увидите, и вообще бренд. Очень много прикольных аксессуаров для ребенка. Руль можно установить на бампер. В общем, есть к чему, чем развлечь ребеночка. Кстати, что касается сидения, пока не забыл, друзья, тоже. Мне что нравится, вот этот материал, он очень тактильно приятный и мягенькая сидушечка. Прям вот такой мягенький матрасик, все здорово. Подножечка у нас тоже, естественно, регулируется, ступенечка тоже есть для ребенка. В общем, нормальный, полноценный прогулочный блок, который покроет 99% задач, которые перед ним поставят. Регулируется с помощью тоже вот такой вот кнопочки. Рычажок. Так, друзья, давайте посмотрим на ручку. Ручка, ну классика, друзья, телескопическая система. Под любой рост можете отрегулировать, хоть вот такой родитель, хоть вот такой, без проблем все это регулируется. И, собственно, проблем не испытайте. Из приятных мелочей, ну для меня не мелочь, я люблю потолще ручки, чтобы за нее было так приятно и уверенно держаться. Вот здесь хорошая толстая ручка с эко-кожей, с прострочкой. В общем, здесь все премиально и приятно и дорого сделано. Вообще, я могу смело отнести Easy Walker такому предпремиум, наверное, бренду. Это не как там Cybex прям за 120 тысяч. Нет, но эта коляска по факту не хуже. Да, чуть-чуть проще материалы, но, друзья, какая тут сборка и подгонка деталей. Просто любой премиум бренд позавидует. Очень качественная сборка. Так, давайте, друзья, посмотрим на основание. Как я говорил, все железное, все прочное, все окей. Амортизация, кстати, есть везде. И на передних колесах, и на задних. Колеса здесь, друзья, не надувные. Это у нас достаточно мягкие полиуретановые колеса.
из приятных мелочей. Кому-то тоже не надо, но я считаю, вполне себе годная опция. Это с закрывающейся крышкой багажник. Вполне себе. Вот. И с достаточно жестким дном, поэтому при нагруженном багажнике он не провисает, друзья. Он хорошо плотно сидит, поэтому все ровно. И когда по улице по грязи едете, не залетает грязь в багажник. Часто бывают заплеваны там эти багажники. Поэтому здесь такой проблемы нет, друзья. И тормоз. Классный тормоз. Нажали сверху, поставили и также сверху убрали с тормоза. По мне очень все хорошо. Здесь у нас тоже, видите, есть кармашечек такой. Так, теперь давайте покажу, друзья, как она складывается, коляска. Так, что я у нас тут? Все. Убираем прогулочный блок. И смотрите, чтобы ее сложить, что вам понадобится. Вот здесь есть такая вот ручка. Отжимаем вот так. Здесь снизу кнопочка у нас. Все, и опускаем. Собственно, вот так вот у нас срабатывает. Мы можем, естественно, ручку задвинуть, чтобы она была компактнее. И сейчас давайте попробуем. Например, я оставлю прогулочный блок на месте. И посмотрим, насколько эта конструкция компактная вместе с блоком. Ну, в принципе, ну не знаю, мне не очень нравится, когда с блоком. Вот так оставлю, еще больше получится. Поэтому я бы рекомендовал прогулочный блок снимайте и складывайте так, потому что все-таки она получится более компактной таким образом. Так, в принципе, все, друзья. Добавить мне уже больше нечего. Поставлю на проставочку, чтобы была повыше. Этот я еще даже и не снял. Вот, собственно, и все, друзья. Несколько раз во время обзора я уже сказал свое мнение, в принципе, об этом бренде. Мне очень нравятся эти коляски. У них все коляски прям вот прикольные, дизайнерские решения. Как-то все сделано так вот. В общем, мне по душе. Ну, а вы свое мнение можете написать в комментарии. С удовольствием узнаю ваше мнение об этом бренде, об этой коляске. Если есть вопросы, задавайте. Ну, а я рекомендую, не проходите мимо этой колясочки при выборе коляски для вашего ребенка. Ну, а вам хочу лишь пожелать сделать грамотный, хороший выбор коляски для вашего ребенка. И удачи на дорогах. Пока.